А мы переходим к событиям недели. В среду комиссия оценила готовность 5 объектов, которые включены в программу формирования комфортной городской среды. На озеро Чаячье и Ревизор выезжали множество раз. Объемы работ большие, отслеживали деятельность подрядчика на всех этапах. Основная часть работ выполнена в срок и качественно. По периметру озера тротуарной плиткой выложена дорожка, оборудованы две парковки. А вот к беседкам и детскому городку есть претензии как у представителей народного контроля, так и у заказчика. Они выполнены из необработанного бруса. Хотя подрядчик заверил, что столярные работы проводились. Детский игровой комплекс сделан лишь наполовину. Скамейки и урны установлены не везде. А те, что стоят, не закреплены. На устранение замечаний подрядчик взял 5 дней. Теперь за каждый день просрочки компании грозит штраф. За восстановление фонтана на привокзальной площади отвечало Северодвинское предприятие. Чашу конструкции отремонтировали и укрепили. До весны фонтан задействован не будет. Его откроют при наступлении благоприятных погодных условий. Средства на дворы Комсомольская 11 и Коновалова 2 выделили еще в сентябре. На территориях установлены детские городки, скамейки, урны, вазонные, леерные ограждения, парковки, отремонтированы внутридворовые проезды, а на Комсомольской 11 сделаны еще и озеленение. Подрядчик выдержал срок, пообещав устранить мелкие замечания по подсыпке территории и качеству асфальта. Напомним, в программу 2017 года были включены 10 северодвинских дворов, а также парк культуры.